Дмитрий Тарасов счастлив как никогда. Совсем недавно он стал отцом долгожданного сына. Тем временем его супруга Анастасия Костенко, выписавшись из роддома, чувствует себя не слишком хорошо. Мальчик, которого назвали Алексеем, появился в семье Тарасова и Костенко 29 октября. Звездное семейство пока не показывает подписчикам лицо малыша, но о своей изменившейся в очередной раз жизни рассказывает активно. Футболист и вовсе стал настоящим папой-блогером. С самого утра он хватается за смартфон, чтобы показать фанатам, с чего начинается его день. Минувшее утро многодетный отец начал с демонстрации семейного завтрака. Пока крошечный Леша отдыхал в детском шезлонге, его родители пытались спокойно перекусить. Спортсмен продемонстрировал свою тарелку, на которой лежали яичница с жареной колбасой и 4 кусочка ржаного хлеба. А потом со смехом отметил странность, его супруга теперь ест, по его словам, из собачьей миски. На столе перед Костенко действительно стояла металлическая тарелка, поделенная на 5 секций. Подобные часто можно встретить в зоомагазинах. В одном из отделений лежал творог. Смеющаяся Анастасия быстро пояснила, что происходит. Оказывается, она всего лишь, как и прежде, тщательно следит за фигурой и хочет побыстрее вернуть свои прежние формы. Так что такое блюдо необходимо ей, чтобы контролировать порции.